Осенью стаи саргана начинают сезон охоты на ферину, которая собирается в стае перед зимним похолоданием воды. Ферина – рыбка длиной 7-10 см, по-научному – отарина. Она и песчанка – лучшие живцы наживки на черноморского саргана. Песчанка более живучая на крючке, но ее сложнее поймать. Ферину обычно ловят малявочницей и подъемником, приманивая стаю рыбок, разбавленной в воде манкой. Более интересно и спортивно ловля ферины на самодур, или как теперь называют, сабики. Снасть состоит из 7 позолоченных крючков Овнер 14 номера с белой имитацией мылька и светонакопителем. В штиль и днем ферина более пуглива, поэтому лучше ловить утром или вечером, а также днем при волнении, либо подальше забрасывать. Снасть для ловли саргана состоит из поплавка для дальнего заброса, флера карбонового поводка длиной 1-1,5 метра и острого крючка с длинным цевьем номер 8-10. Ферину или песчанку цепляют за спинку. Она должна находиться на 1-1,5 метра ниже поверхности моря. Не спешить подсекать саргана после поклевки, дать ему заглотнуть и потом любоваться его прыжками.